Давайте вспомним, что мы еще не вышли из тех выборов 2019 года. Вот когда Козак приехал и дал дельный совет. Козак, на котором у нас принято все валить, да, который нам якобы навязывал федерализацию, которую мы сами же заключили, да, вот. А потом сами же от нее отказались, пригласив сюда Путина. Смешно тоже было, да? Вот. Ну вот Козак тогда дал дельный совет, когда приехал. Сказал, все, ребята, вы прогнали Плохотнюка, олигарха, да? Идите на честный выбор. Устройте выбор. Мы же побоялись же, да? У одной было все правительство. И пошла опять борьба.